Да, приветствую, друзья. Вот Николай Щетинин наш написал мне: будьте осторожнее, геомагнитка ночью 6 баллов, буря, и завтра. А когда, друзья, погоды меняются, надо не забывать упражнения. Надо, во-первых, голову в шею втягивать, голову в плечи, сжимать кулачки, как Ален показывал несколько раз, чтобы здесь освободилось от напряжения, потому что спазм сосудов возникает. И воротниковую зону надо разминать, находить болевые точки, разминать болевые точки, и ушки разминать, да, и точку хэгу разминать 2-3 раза в день. До встречи, друзья.